Hop. Побежал. Так, первый раз попробуем использовать эту камеру. Будем разобраться, какой он тут угол обзора. Мань. Да, угол обзора большой, но может потом поменяем. Так, сейчас я вам прицепила поводок, потому что хочу наконец-таки вывести его из прогулочной зоны, просто по участку погулять, потому что в последнее время, как переехали рысь, вывести из участка его не получается. Еще пытаюсь с камерой плюс разобраться. Вот, а на поводке просто выведу, чтобы он погулял. Так он не хочет от них отходить. Побежал. С поводком просто легче будет его поймать, в плане того, что он не даст уже на себя одеть поводок, если будет здесь бегать, его не поймать. А так сейчас я его возьму просто за поводок и поведу гулять по участку. Внимание, у меня. Травку около Ханочки покушать. Милое дело. Кстати, очень интересно, как здесь звук записывается. Будет забавно, если очень плохо. Ничего, приспособлюсь. Время просто надо. Так что какое-то время будете терпеть немножко непонятные видеоролики, точнее непонятно с какого ракурса и почему так, потому что я еще ничего здесь не вижу и не понимаю. Сейчас попробую его. Вот он не хочет, хочет крысь. Я хочу, чтобы он еще по участку погулял. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пум. Уже недели две, наверное, мы не гуляли по участку, потому что он постоянно в прогулке, и вытащить его из прогулки добровольно не получается, потому что там рысь, ему все это нравится. Ну, ай, какое дерево, да? Так что это будет ему полезно, потому что немножко эмоциональная разгрузка другая идет. Там-то он уже, можно сказать, привык к тому, что его рыси шугают, для него это уже часть игры. И, конечно, по участку сейчас будет ему полезно погулять. Может, сегодня даже ночью, если он будет в настроении, а то он до ночи так спит, тепла не дает пристегнуться, к поводку начинает заигрываться. Но вот если он сегодня будет ночью в настроении, то еще, может, за территорию пойдем погуляем по поселку. Здесь твоя любимая травка, смотри, как уже отросла. Да, угол обзора, конечно, очень прикольный. Это камера, там есть и еще более, это, так сказать, тест. Наша сегодняшняя прогулка – тест камеры. У него есть еще и более широкий угол, и более узкий. Но я пока вот на средний поставила. Посмотрим, как будет. Да, Пумский? Иди сюда. Малыш! Пум, иди ко мне. Ну, подойди, давно же с тобой не обнимались. Подойди ко мне. И да, конечно, играться сразу. Эмоций много, скажи, не до обниманий. Кто такая жопка? Вот для разнообразия полезно ему здесь погулять. Сейчас я в качестве крепления использую родное крепление для пальцев, которое держатель для пальцев, сразу его покупала. С ним вроде как проблем нет. Осталось мне научиться ориентироваться по этому дисплею с часами. Ну вот, как видите, вышел он на участок. У нас скорее видео будет, да, тест камеры, нежели прогулка с Пумой. Но заодно мы тестируем камеру и гуляем с Пумой. Чтобы мне не одной ее тестировать, а заодно и вы будете тестировать вместе со мной. И рекомендовать, чтобы вы хотели здесь изменить угол обзора, там еще что-то подскажете, что по звуку. Может, мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы где-то, наверное, часик так просто побродим. Потом он подуспокоится, устанет, уже будет спокойнее ходить. Бассейн, да, вы угадали, это был бассейн. Ну, был он для меня, потому что Пум, конечно, такой бассейн. Быстро за один присест, так сказать, все порвет. Учитывая, что сам он туда не горит желанием, а если как-то его заманивает, то он может испугаться воды и порвать все.
Оп. Нет, тут, конечно, весело, но мне здесь больше нравится. Что, не хочешь по участку гулять? Мань. Ты чего, домой что ли? Чего такое? Да. Ну-ка, девочки, можно вас сейчас разъединить и камеру прицепить куда-нибудь? Давайте кто-нибудь переходим. Не ж... Давайте не вдвоем, а, девочки. О, иди сюда. Ты-то мне и нужна в идеале. Так. Нет. Смотри, кушать. Что, маленький? Давай посмотрим. Иди ты, моя хорошая. Сейчас подышу. Шевик в самый раз. Вот. Да. Это значит, знаешь, что значит? Что мы скоро с тобой пойдем гулять. У меня камеру не трожь. Камеру не трожь. О, иди сюда, поглаживай. Да, прыгать кошка хочет. Прыгать кошка хочет. Возбуждена присутствием пума через стенку. Так, ошейник одели, отлично. Значит, завтра будет солнышко, пойдем с тобой гулять.